Киркоров выступил с заявлением о запрете Юлии Самойловой выступать на Евровидении в Киеве. Филипп Киркоров резко раскритиковал решение украинских властей выдать запрет на посещение Украины для Юлии Самойловой на Евровидении 2017, из-за чего она теперь не сможет выступать на конкурсе. Российский певец Филипп Киркоров считает несправедливым решение украинских властей в отношении Самойловой и собирается обратиться к коллегам по цеху, которые выступят на конкурсе Евровидения 2017 в Киеве, с просьбой высказаться в поддержку российской певицы. Киркоров прокомментировал сегодняшнее решение СБУ не пускать 3 года Самойлову в Украину за нарушение законодательства страны. «Это, конечно, запредельно, это несправедливо. Я вообще хочу предложить всем своим коллегам по цеху, кто неравнодушен к жестокости и человеческому унижению, людям подписаться со мной под моим обращением ко всем участникам Евровидения, всем людям, которые выйдут на сцену в Киеве». Российский певец также озвучил фразу, которую, по его мнению, могли сказать с киевской сцены зарубежные исполнители. Эта песня исполняется в честь Юлии Самойловой, девушки с инвалидностью, которую здесь боятся. Киркоров заявил, что его адвокат подготовит текст обращения, который будет разослан всем участникам. Резонансное решение украинских властей в отношении представителя России также прокомментировали на российском Первом канале, где выбрали участницу от страны в закрытом конкурсе. В пресс-службе канала заявили, даже на предоставленную возможность попытаться выглядеть цивилизованными у украинской стороны здравого смысла не хватило. Цитата Интерфакса.